Так, во Дворце творчества детей и молодежи начиналось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта. Его участники – представители сферы образования города. Дорогие дамы, я желаю, чтобы вас всегда окружали улыбки, всегда комплименты, счастья, любви, тепла и понимания. С праздником вас! Как бы ни менялись времена, всегда с приходом весны наступает этот замечательный праздник. Именно благодаря женщинам наш мир становится добрее, в нем есть духовная идиллия. Именно благодаря вам. В адрес прекрасной половины педагогической сферы Копейска не только звучали добрые слова. За заслуги перед городом их наградили грамотами, а также для зрительниц подготовили насыщенную программу. Приятным моментом для дам стал творческий подарок от мужчин. К поздравлению они подошли неординарно. Вы заметили, что нас уже осталось, как мы всегда говорили, в шутку, полтора мужика в школе. Вот сегодня вы это уже увидели наяву. Возможно, на следующий год будет не полтора, а только 0,5 мужика. Вот. Поздравляю с праздником. Хочу пожелать вам, чтобы всегда возле вас было хотя бы 0,5 мужика, но это было 0,5 такого мужика, о котором можно было бы только мечтать каждый день. Есть женщины, ну просто женщины. Есть как свечи, как фольга. Есть маленькие, есть высокие, есть сильные, есть слабые. Но все же для всех мужчин в мечтах всегда есть она. Красотка с безднами в глазах. Подготовленное шоу, как и все мероприятие в целом, произвело на педагогов большое впечатление. Мы вообще в восторге. Большое спасибо, что нам подготовили такой концерт. Мы очень рады нашим мужчинам, которые подготовили этот концерт. Но нет слов, одни эмоции. Сегодня на концерте мы очень было приятно увидеть эти маленькие глазки, эти ручки, ножки, которые обычно, да, мы около них все собираемся, им занятия проводим, то есть пытаемся их чему-то научить. И вот на таких концертах дух захватывает от того, что сердце замирает, на дух захватывает от того, что мы видим плоды, что наши дети растут, чего они к концу года, да, уже начинают достигать, очень приятно. Ну, до слез приятно. Испытать положительные эмоции от концерта смогут и зрители телеканала NC TV. Полную телеверсию события мы покажем в эфире.